Всем привет, с вами Precious. Сегодня обновилась бездна, и в этом видео вы увидите мое прохождение 12 этажа. В этот раз благословление после применения Ешки при атаке наносит чистый АОЕ урон по области. Этот взрыв может возникнуть раз в 1,2 секунды. Но так как урон небольшой, не думаю, что стоит играть от этого бафа. В текущем прохождении впервые дебютировал Итта. Я его выбил в этом баннере, а благодаря обновлению магазина Паймон сегодня я достал и его оружие. Аратаки выдает приличные цифры урона из-за имбовости и экипировки, и ее вы сможете посмотреть в конце видео. Как и в случае с другими персонажами, к ротации Они нужно привыкнуть. Но несмотря на это, основная проблема, с которой я столкнулся, это восстановление энергии. И я очень надеюсь, что в будущем я смогу достать пару хороших артефактов с этой характеристикой. Из-за того, что противники в бездне снова не поменялись, я не буду давать советы по прохождению. Их вы сможете услышать из видео, которое находится в подсказке. Перед тем, как прощаться, хочу выразить благодарность всем тем, кто подписался, пишет комментарии и ставит лайки. Эти действия меня мотивируют, и выходит, что мы вместе создаем новые видео. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения. You motherfucker, you! What's up, bitches? You motherfucker, you! What's up, bitches? You motherfucker, you!
You motherfucker, you.